Всегда начинаем с ака, правая рука. Указываем на соперника. Ака, потом серый. Ака всегда с правой стороны. Ака это красный, всем понятно. Приглашаем. Вот он идет. На боевую дистанцию. Соперники поклонились, вышли на боевую дистанцию, стали бьем дальше. Становимся. Зенкунс удачи. Команда Камаэте, боевая стойка, руки в боевом положении. Оглашается вид соревнований, раздел Point Contact или Continue Contact и Хаджиме. Хаджиме делаем той же рукой, которая ножка спереди, без разницы какая стойка. Хаджиме, начинается бой. Потом еще поговорим с судьями, кто будет участвовать. Размещение центрального судьи. 1,5–2 метра от участников. Дайте им работать. Бой идет. Point contact. Любое действие. Центральный судья команды ЕВЭ прерывает поединок. Если соперники не услышали, судья их разводит. После команды ЕВЭ соперники становятся на боевые дистанции. Если они становятся не на боевые дистанции, центральный судья его приглашает. Еще некоторые выпадают и стоят там в конце татами. Нужно показать, куда они должны стать. После этого центральный судья оглашает свой вердикт. Это или предупреждение, или присвоение баллов, или торимасен, который нету никаких баллов. Баллы. Ака указываем на соперника, вторая рука вдоль тела. Если это балл, от плеча, one point. Второй балл. Ака от плеча, от груди, two point. И если 3 балла, ака снизу, three point. 3 балла. Точно так же. Zero, one point. Zero, two point. Сиро, припор. Мубоми. Ака, мубоми. Под углом в сторону бойца. Сиро, мубоми. Второе предупреждение. Ака, мубоми, кейкоп. Указываем на ножки. Сиро, ванбой. 1 балл соперника. Сразу выдается. Ака, мубоми, чуй. Второе предупреждение. Для тех, кто судит континиум, жесты центрального судьи в разделе континиум должны показывать, сколько вам баллов записывать сразу на соперника. То есть, если центральный судья остановил за нарушение ака, мубоми, тейкоку, сразу автоматически синему 1 балл. Ака, мубоми, чуй, сразу 2 балла. Ну, удаление понятно. А еще один. 2. 2. За мубоми. Чуй, 2 балла соперника. Коку 1 соперника. Концовку уже удаление там уже и так накачано. Так. Дзюгай то же самое. Ака, опускаем руку. Дзюгай. Выход за пределы татами. Ака, дзюгай, кейкоку. Ака, дзюгай, чуй. Второе. То же самое. Баллы второму сопернику. Одновременное попадание. Шеренкой оно бывает. Айучи. Попали друг к другу. В таком случае айучи, торимасен. Никому не присваивается балл. Не засчитаны счета. Торимасен отсюда. Если ничья, хикиваки. Ручки на складываем. Хикиваки. Нет присуждения победы. И если кто-то побеждает, то же самое. Сначала указывает в область головы на соперника. Сиро. Снизу. Наташа. Победа. Основные жесты. 4 балла. 4 балла, 3 плюс 1. То есть за технический удар. Ака. Прибой. За падение. Ака. Панкор. Дополнительные жесты есть или это все?
зеркалка, да, работаем. Можно там не выучивать, есть там терминологии, вот эти названия. Но сам жест — это блок. То есть если блок не в ту руку, в которую попали, руки ваши — это соперник. То есть если наносил синий удар по красному, а красный поставил блок, то вот здесь блок. Если отсюда удар туда пошел, то здесь блок. Это когда зеркалка показывает центрально. Или когда зеркальный видит, что там какой-то удар прошел, он показывает вроде как один балл выкинул. Центральный показывает, что там блок, он его видел. Это коммуникация во время самого спарринга. И перед собой рука промо. То есть если красный наносит удар, зеркалка может показать, или центральный показывает, что не было удара, нету попадения. Если от синего, тоже нету попадения. То есть промо мимо тела. Но эти безъявные. Это безъявная, это коммуникация во время спарринга, что показывает людям, заодно все зрители, участники, нарушение, как показывают, представители видят, что вы видите бой, что там был. И нарушение останавливается. Нарушение тому бой. Эти не останавливаются. И падение тоже останавливается. Я понял. Просто мубоби или там акцентируем, там, что был удар вот этим там, где... Или просто мубоби? Если мубоби, то это не нарушение. Это блок. Это если жесть. Где-то был удар там или что-то открытая рукавица, мы же должны за это показать как-то. Или нет? Судья принимает одно решение. Не должно быть сиро мубоби, там аха, ванпой. Первое, что это должно быть одно. Либо нарушил красный, нарушил правило, должно быть ЕМЭ, а не так, что тут нарушает, он бьет ему ниже пояса, судья пока думает, когда сказать ЕМЭ, тут уже синий попал ему в голову. Не должно быть два решения, это значит, судья запоздал с ЕМЭ. Первое было мубоби, поэтому АКА мубоби, тут балл не присваивается. Поэтому то же самое, либо блок, либо нарушение правил. Если это нарушение правил, тогда мубоби. Если нет, то это будет. Одинаковое, вряд ли. Это я понял. Я просто думаю, может, оно разделяется. Я думаю, уточню сразу. Ну и да, это центральный судья, если вот судьи стоят, контей поднимает ручки вверх. Боковые судьи поднимали флажки, и вы показывали свое решение в континуум контакт. Он и говорит, и рукой показывает. Да. Антей и три судьи должно выкинуть свое решение, желательно одновременно. Либо красному победу, либо синему победу. И ждать, пока он выйдет. Не было. И спрятать. Нет, работа центрального, мы сейчас по-жесткому, работа центрального очень сильная. То есть он должен контролировать и регистр зону, и таймера, и всех остальных смотреть. Потому что очень много там вышел. Кавайте, хаджиме, тот стоит там, тот не готов, у того не за не этот, хаджиме, все, пошел, вот там еще время. Это все нюансы, это мы будем проходить уже на узких, кто будет уже работать непосредственно перед соревнованием, будем проходить еще раз вот эти недоработки или ошибки, которые нужно обратить. Вопрос по жизни судей. По диагонали я не имею в виду зеркалку, когда ты судьи на площадке. Или не на три судьи треугольником. Раз, два, три. Континью, единственное, что да, но просьба континью, иногда центральные судьи расслабляются. Они должны тоже смотреть за поединком, как минимум мубоби — это их работа. Следить, чтобы не было нарушений, даже в континью. Те же удары на пояс и так дальше. И, опять же, дистанция, бывает такое, что центральные ходят там, рассматривают, три судьи центральных. Не видно вообще, там что-то творится, а он просто вот так встал, закрыл, что там делается. Центральный должен на расстоянии, тем более в континью контакте, чуть дальше стоять, чтобы судьи могли объективно судить поединок. Так, есть вопросы по жестам? На видео просмотрим. Потом допишем. Так, все, ставим.